Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, меня зовут Адауир, фамилия моя Шакиржан. И анекдот. Анекдот из серии про гаишников. Вот, гаишники останавливают машину, которая так едет с большой скоростью. Раз остановили, там парень такой, молодой парнишка, подходит и говорит: «Предъявите ваши документы, вы превысили скорость». Вот, вот раз, наклоняется туда-сюда. И достает свидетельство о рождении и дает. Гаишник такой весь офигевший берет это и говорит: «Ну что это?» Этот парнишка говорит: «Это моя метрика». Тот говорит: «И при чем здесь метрика?» «Ну, у меня еще есть, говорит, сантиметрика». Он говорит: «Давайте выходим из машины и идем, говорит, к нам». Ну, парень этот выходит из машины, идет, и по дороге говорит: «Вы пожалеете, что меня остановили», там начинает пугать: вы же не знаете, кто мой дядька, у меня дядька есть, он вот вам покажет», там, все такое вот, угроза все больше и больше, все сильнее. Ну, гаишник так останавливается и говорит: «Ну, ладно», говорит, «и кто твой дядька?» Парнишка говорит: «Мой дядька – мамкин братуха».